Здравствуйте, вас приветствует мой красивый котик Леон. Да, тоже хочет учиться с вами. А мы продолжаем шестой урок. Уровень А1-1 по книжке Шритты Ноль Плюс. Плюс Ной. Повторим, как еще раз, как в предыдущем уроке. Откуда приехали, да, имеется в виду, с какой страны. Woher kommen Sie? Это вот Herkunft, это происхождение, вы видите вверху. Woher kommen Sie? Это вопрос. И также вопрос Woher kommen Sie? Запятая Frau Novak. Это уважительная форма на вы. И Woher kommst du? Lara. Это обращение на ты. Ответить можно и так. Ну, неважно, уважительно или нет, все равно будет «Ich komme», и дальше «Я приехала», «Aus», допустим, как здесь, «Polen», это Польша, или, допустим, «Aus der Ukraine», «Aus Russland», und, и так далее, кто, где, откуда и куда. Итак, дальше «Sprache», «Языки», ну, «Язык», «Was sprechen Sie?» Это тоже немножко повторение с предыдущего. Was sprechen Sie? Was sprichst du? Was sprechen Sie? Это уважительная форма, спрашивают на вы. Was sprichst du? Это обращение на ты. Да? На каком языке ты говоришь? И ответ, допустим, Deutsch. Просто Deutsch по-немецки. Или Polnisch, Ukrainisch, Russisch. Да, румынский и так далее, смотря какой язык, на каком языке вы говорите, да. Или полный ответ. Ich spreche, я говорю, Deutsch, und, и ein bisschen Türkisch, допустим. Да, как здесь, как пример. Ein bisschen, очень хорошее слово такое, а вот немного, знаете, чуть-чуть, имеется в виду, что немного говорите. Допустим, вот Turkish, это по-турецки. Вы можете добавлять свой язык. Следующее. Sie sprechen oder du sprichst gut Deutsch. Дальше идет утверждение. Sie sprechen, вы говорите. Или ты говоришь. Du sprichst. Sprichst. Ты говоришь, вы говорите или ты говоришь. И это утверждение, да, кому-то вы говорите, ты говоришь хорошо, допустим, по-немецки. Gut Deutsch. А он, допустим, говорит, нет-нет, nein, nein, nur ein bisschen. Только чуть-чуть, нет-нет, только чуть-чуть. Я думаю, это понятно, да? Итак... Как извиниться? Entschuldigung. Такое слово очень такое большое. Entschuldigung. Извиняюсь. Или tut mir leid. Мне очень жаль. Tut mir leid. Это пригодится, если вы, да, хотите извиниться. А теперь, пожалуйста, вам задание, вы видите это справа. Das bin ich. Это я. Задание ergänzen Sie. То есть дополните, да? Напишите для себя, либо вы в уме можете ответить. Name, ваше полное имя, фамилия, значит. Land, это страна. Stadt, это город, и Sprache, это, то есть, ваш язык, на языке, на котором вы говорите. А потом напишите ответы, полные ответы. Ich heiße, меня зовут, так-то, так-то. Повторим еще раз, упражняйтесь или проговаривайте. Можете не писать, но лучше записывать, так лучше запоминает. Если непонятно, промотайте еще разок и повторите за мной. Дальше. Ich komme aus. Это мы представляемся. Я приехала из какой страны? Ich spreche. Да? И задание. У вас есть штат, город. Как сказать
Я живу, допустим, в и город, где вы сейчас живете, допустим. Карлсруэ, Йокрим, Кернерсхайм. Вы должны сказать, я живу в городе таком-то. Да, вот я в... И это вам задание. Попробуйте найти слово, как будет я живу и в каком городе. Я думаю, что это будет легко. А кому нелегко, напишите в комментариях. Вам интересны такие домашние задания маленькие? Или интересно, чтобы просто слушать лекцию с уже готовыми ответами? Пожалуйста, прошу написать в комментариях. Это очень важно. Стоит мне вам давать домашнее задание или просто писать, как записывать видеоуроки как лекции? Так, а мы продолжаем. Bitten und danken. Bitten – это просить, danken – это благодарить. Итак, vielen Dank. Большое спасибо. Потом вопрос. Ist Frau Bär da, bitte? Спрашиваю, госпожа Бэр тут, здесь? Простите. И потом, буштабирен зи битте. И скажите, пожалуйста, по буквам. Немцы немножко по-другому это все оформляют. Для них очень важно вежливое общение. Поверьте, вежливое общение откроет вам много дверей из Германии, так как вы проявите уважение и это оценят. Именно в Германии, я думаю, везде это оценят, когда, да, человек уважительно относится. Но здесь это как-то особенно чувствуется. Итак, vielen Dank и danke. Большое спасибо и danke, просто спасибо. У меня есть, я думаю, урок. Да, по-моему, есть. Благодарить. Если нету, запишем. Ну, мы пройдемся пока именно по этому уроку, по этому упражнению. Какие еще есть? Вот, идем дальше. Стратегин. Стратегии, да, как еще можно отвечать или общаться. Я? Stimmt, да, точно. Ну, типа, подходит. Потом, просто я? Это да? Nein, это нет? Ах, я. Ах, да. Ага. Это как у нас. Ага. Я stimmt, вы уже поняли, да? Что да, подходит. Я good, да, хорошо. Вы bitte, это если вы удивляетесь. Bitte. Вот в основном они то есть почему-то вот это слово как простите, вы bitte, тут будет как простите. Не как пожалуйста, а когда вы хотите переспросить, да, и дословно это будет перевод «как простите» или «простите», а на немецком это будет «wie bitte», потому что есть «bitten» – глагол, а «bitte» – просьба, пожалуйста. Итак, «ein Moment bitte» – это как один момент, пожалуйста, да, это когда просишь подождать, да, типа одно мгновение, пожалуйста, момент. Ich weiß es nicht. Ох, это стандарт такой, многие это пользуются. Я не знаю. Вот, ich weiß es nicht. Я этого не знаю. Ach, schön. Ах, красиво. Ах, ну это имеется в виду. Да, а, красиво. А, толь. Это а, классно. Интересант. Интересно. Есть интересно еще какие-то вам то, что вы знаете, допустим, по-русски, на вашем языке. И можете отыскать другие прилагательные или
Каким вы часто используетесь, да, часто пользуетесь, и перевести на немецкий, записать себе и применять это в общении. Пусть это будут ваши, только ваши инклюзивные, эксклюзивные, вернее, слова, которые вас характеризуют. Да. Итак, закрепим, что вы умеете уже, да? Lernziele – это цели обучения, да? Ich kann jetzt, вы видите, да? Я могу сейчас. И если вы учили действительно, да, не учили, пройдите еще раз все мои уроки. А если учили, то вы уже можете jemanden begrüßen, кого-то поприветствовать. Und mich verabschieden. И попрощаться. Вот. Hallo, auf Wiedersehen и так далее. И вот смайлики. Поставьте сами себе смайлики. Вы можете поприветствовать и попрощаться. И легко, и просто, и знаете как. Б. Это было А. А теперь Б. Jemanden nach dem Namen fragen. Спросить, как кого зовут. Und meinen Namen sagen. И меня, мое имя сказать. Да, wie heißen Sie и так далее. Поставьте себе сами оценку, можете или нет. C. Прокрутите еще раз, если не успеваете. Nach dem Heimatland fragen. Спросить, откуда приехал, ну, откуда родом. Und mein Heimatland sagen. И мое место рождения, ну как, да, сказать, откуда я приехал. Поставьте сами себе оценочку. Также sagen, diese Sprachen spreche ich. Потом спросить и сказать, на каком языке говорим. Самому сказать, на каком, и спросить. Поставьте себе тоже оценочку. Не дотягивайте, значит, еще раз учим. Смотрим, повторяем. D. Die Buchstaben sagen und meinen Namen buchstabieren. Говорить, ну, буквы говорить и по буквам слова говорить. И свое имя, допустим, по телефону сказать по буквам. Не всегда, допустим, по телефону, это понятно. Am Telefon nach einer Person fragen. По телефону спросить кого-то, допустим, да? Узнать о ком-то. Поставьте себе на все оценочки. Если не тянете, учим, учим, еще раз учим. И задание. Eine, не задание, а то, что мы уже выучили. Eine Visitenkarte lesen und ein Anmeldeformular ausfüllen. Eine Visitenkarte lesen. Визитку прочитать. И ein Anmeldeformular ausfüllen. И заполнить формуляр. Имя, фамилия и так далее. Поставьте оценочку тоже. Итак, спасибо большое за внимание. Мы уже далеко продвинулись. Совсем чуть-чуть уже можете сказать. Но дальше, weiter so, дальше также. И прогресс будет на языке, как говорится. Да? Как, когда вы сможете понимать и сами говорить. Спасибо большое за внимание. Я прощаюсь с вами и до следующего урока.